Приветствую, стратеги! С вами, как всегда, Консул. Продолжаем нашу римскую кампанию. Во втором Риме, на легенде, дом Юниев. Мод по тесту с Ultima Ratio. Усаживайтесь поудобнее. Всем вам приятного просмотра. Итак, сдал я вот в последней нашей серии. Ну, как и ожидалось, кимвры пошли в атаку. Я-то думал, я отступить смогу, но они тут, видимо, своим агентом, видите, агента задействовали. Значит, уйти я не могу, укрепиться я не могу, наняться я не могу. И, короче, ничего не могу, придется бой принимать. Бойцов они себе опять набрали довольно серьезных, он берсерков целую кучу, тут вот эти мастера копья, блин, батавы, еще у них там какие-то тоже нормальные пацаны вроде были. Ну, у нас в целом это тоже не мальчики для битья, так что давайте посмотрим, чья возьмет. Поехали. Итак, ребят, ну все, я тут в принципе построился, особо тут у меня каких-то бугров, холмов ничего нету, так небольшие возвышенности. Значит, наши легионеры республики встали. Строя два покоцанных отряда я оставил позади в резерве вместе с генералом. И фланги у меня прикрывают легионеры Италики. Ну, соответственно, еще и конница. Лучники у нас позади, кстати, у них там... Надо, наверное, плюшки-то им повключать. Ну и кавалерия будет прикрывать фланги. Постараемся разбить вражескую, обезвредить стрелков и потом займемся тылами противника. Поехали потихонечку, деньги там у нас. Ползут. Ползут, черти. Заливается там наш полководец. Воодушевляет наших бойцов. Так, кажется, сегодня многие погибнут. Но будем надеяться, что мы победим. Противника численное преимущество. Еще у них там конница знати приехала, да? Что-то они не особо торопятся. Давайте-ка мы ускоримся, мальца. Берсерки. Там кто? Воины-волки. Копья. Так, пошел обстрел. Давай сюда. Ты сюда. В центре там уже покоцали, нормально покоцали причем. Ползут по чуть-чуть. И не торопятся особо, интересные ребята. Копья, вот она. Один командир с копьями, вот она, второй с германскими знатными всадниками, вообще красава. Там стрелкам достается, да, стрелкам тоже достается. Так, здесь прорядили, здесь как? Здесь что-то не особо, кстати. Давай-ка сюда. Посвященный фризов. Давай по ним тоже пальнем. Так, конница у него стрелковая, да, на флангах. Давайте-ка вот так вот встанем. Пускай подходит. Сойдет. Так, ну и давайте по воту нам что ли пройдемся. Тоже опасный враг. А пока они не попали, нормально. О, хорошо они встали, смотри. Сваливают черти. Вот она нам досталась все-таки. Так, начинается тут фланговый обход. Конница, знаете, тоже ползет. Так, а ты что, не достаешь, что ли? Достаешь же огонь.
Тоже огонь. Эти еще метнуть могут. Давай, метни, метни. А, пошел обстрел и метание тоже началось. Отлично. Поехали. Входи. Там как дела? Нормально. Держим. Куда уходим? Непроницаемые щиты ставим. Сюда. Так, ну центр почти развалили мы им. Здесь отлично все. Так, давайте сюда. А Килимов сейчас поползет во фланг. Отходим. Вражеский военачальник убит. Так, один военачальник отлетел. Это уже замечательно. Давай, добивай. Так, развернулись. И сюда поливаем. Сражаемся. Лучники отошли. Так, здесь закончили? Да, отлично. Вперед. Стреляли, ребят, не отстреляли. Блин, прикрывается, смотри. Стрелков-то прикрывает своих. Уходи. Так, легат тоже поехали в отход. Основную угрозу-то уже устранили в кавалерии. Теперь можно вот этих погонять. Вы в тыл. Вы тоже. Центр. Контратаку. Так, вот этого шатаем. Главного связать боем. Ой, блин, это вот это. Вот это нажми, пожалуйста. Так, отлично. Справились. Окружаем главного. Сюда удар наносим. Хотя, погоди, погоди, у тебя там патроны же есть. Накидывай пока. У тебя там как дела? А патроны кончились. Вперед. На нашего военачальника напали. Кому он там сдался? Не поймешь. Так, ты сюда давай. Олигарх в сторону. Такой. Стоим. Ай-я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 й. Копья развернулись резко. Сюда пошли. Здесь что-то долго возня идет. С германскими топорщиками. Стоим. Стоим. Луки сюда, огонь. Так, уходи подальше, докладни. Расстрел. Дальше поехали. Ладно, не повтыкать сейчас его. Все, кавалерия перестроилась. Гребаные копья, блин. Жесткие они у них какие-то. Вперед. Это мои что тут угребаются. Вот они стоят, стоят. Похеваем на все. Давай сюда. Лучники что-то мне как-то скромно стреляют. Ой, назад. Куда их понесло, непонятно. Влетай. Здесь хреново все. Это кто у нас? Лучники кого? Каттов. Генерала пошли спасать своего. Шатай. Огонь. Это не какие-то странные. Патроны кончились, жаль. Так, ну как я и предполагал, битва будет жесткой. Потерь будет много, скорее всего. Так, побежали, да? Иди. Есть контакт. Входи. А вот они стоят, он по барабану. Вражеский военачальник убит.
Но это еще, как говорится, не это самое, не показатель. Они могут и передумать. Чардж. Здесь зажимаем, пацанов. Там бежишь, не? Беги давай. Вперед. Вперед. Просто атакуй. Все, побежали. Замечательно. Атакуй. Так, здесь справились? Да, здесь справились. Пехота сюда. Остатки. Обходи. Давай во фланг, в принципе. Так, тут закончили, нет? Ух ты, блин. Это да. Не увидел. Лучников тоже разобрали, да? Мастер копья, блин. Так, завязывайте. Все, они страдать, поехали сюда. И смотри, что творят, блин. Просто расшатывают. Давай сюда. А у них непонятные щиты стоят. Ничего не шевелится. Сюда. Посвященных фризов вот этих приложим. Сюда влетай. Охренеть, пацаны, блин. Жесткие прям какие-то. И чарджи их не берут в тыл, вообще их ничего не берет. Этих надо перехватить. И здесь ни хрена не помогает. Вот самый имбовый отряд у них получается, посвященный фризов. Да ломись. Давай, беги уже. О, побежал. Аллилуйя. Здесь тоже побежал. И этот побежал, отлично. Так, ну кого поймаю, добью и встретимся на глобале. Есть. Сдюжили. Первая победа, но армию полностью уничтожили. Правда, от легиона мало что осталось. Ну, там у меня еще на подходе дополнительные силы, по-моему. Поэтому, думаю, это последнее их сражение. Такое серьезное. Так, эксперт торговли. Давай возьмем, пусть будет. Так, дочь достигла совершеннолетия. Политическое событие. Щедрую дань нам притащили. Нормально, кстати, тогда не-то притащили. Ученого притащили. Исследование завершено. Родился. Детей-то пошло там. Задание. А, еще задание успешно выполнено. Понятно. Плюс 16 тысяч. Новая задача, что там? Держать не менее 120... Чего? И это тоже выполнено, да? Ни хрена я не понял, откуда у меня столько денег, ну да ладно. Так. Давайте, значит, заканчивать с этими самыми... С кимврами. Что у них там по гарнизону-то хоть? А гарнизон-то у них серьезный, слушай. Самое хреново, вот это не дотягивается.
Давай вот так туда. Всех, надеюсь, не сольет. Не, никого не слил. Забираем поселение себе. Повышение ранга. Фракция Кимври уничтожена, друзья мои. Замечательно. Так, перестроить не могу, сношу. Давай поставим одну. Вот это сношу. Так, и что у нас там теперь по войнам? Союз германцев. Где он еще есть? А вон они ползают. Да, где-то здесь они замаскировались, черти. Только если по территориям примерно, где там у нас? Так, и цены. А, у Степной Орды, да? Где-то у Степной Орды они тусуются. Вот они. Вижу, вижу. Куда вы так несетесь? Интересно узнать. Сейчас товарищ император... Ух, одни наемники, блин. Товарищ император их шатнет, надеюсь. Традиции, вся фигня. Так, что он свалил, что ли? Ну-ка, посмотри, где он там. А вон он где. Достану, нет? Блин, не достану. Жаль. Ладно, теперь на него. Пускай пока отходит. Ну-ка, этим. А вот кем я его достану. Извините, товарищи степные ордынцы. А, у нас же есть с ними право прохода. Все, уничтожили союз германцев, уничтожили кимвров, нормально живем. Нам теперь намного легче. Ну хотя не совсем. Что у нас теперь остается, получается, здесь? Степная Орда, которая тоже нас не особо-то жалует, да? И цены. Каледонцы на севере еще. Значит, надо будет разбирать тогда ценов и каледонцев, соответственно. Они только друг у друга, да? А нет, у этих еще и степная орда, смотри-ка. И война только с рабами. А у этих что? Во, через... можно с каледонцами начать войну. Через Македонию, там, Сиракузы или еще что-нибудь. А потом уже, если что, и степной ордой заняться. Так, по изучению, я же тут у нас романизацию изучал, да? Давайте, два хода, нормально. Так, ну и погнали, значит, по строительству. Что у меня там еще где есть? Так, здесь я уже все строю, в принципе, да? И здесь тоже все строится. А здесь... А, это одно и то же. Во, давай сюда пищу воткнем. Так, здесь как дела? Блин, не читаю, я вообще не читаю. Что одно и то же, блин. Так, ладно. Там разобрались. В Африке, кстати. Кирене, что у меня тут, как дела? Давай торговый. Давай вот эту хрень. Кстати, не тот я храм-то ставлю. Совсем не тот. Вот этот надо. Так, ну и значит, готовим наши войска тогда к войне с британцами. Где у меня тут легион-то еще тусуются? Плюс 32 общественный порядок. Давай потихонечку пойдем вот в эту сторону. Так, ты на ускоренном пока сюда за... А, фу, блин, ты же орда у нас. Куда бы сюда залетай. Так, воитель. А то у меня император же тусовался. Давай туда. Так, эти пока в ремонте. Этот пока отходит. Минус 13, общественный порядок, да? Печаль, беда. Так, здесь погнали. Так, пищу отстаиваем. Кстати, наверное, будет пробежаться по пище. Полностью все отстроить, там что у меня есть. Я имею в виду именно вот земледельческие постройки. Порты я пока еще не учитываю. Портами там потом будем смотреть. Так, пищи нет в Галлии. Строится Реций. Строится Зальпийская Галлия. Уже только порты Мавритания. Вот, здрасте. Квитания. Отстроено уже все. Здесь строится. Я что, уже везде что ли пищу провтыкал? Да ладно. Да не, не везде. Так, бейте-ка.
Так, на Корсике только порты у нас пока. Здесь ставится. Здесь ставится. Да, похоже, везде. Везде нормальные. А, вон, здрасте. Вот где у меня пищи нету. Пищи нету. Или хотя давайте, наверное, не пищу, все-таки а храм. Так, порт. Давай корабельную мастерскую, наверное. Второй уровень город ставим. Сейчас мы будем тут с греческой культурой воевать некоторое время. Так, в Риме-то можно там что-нибудь воткнуть? Нет, все построено, что можно. Тут у меня где-то еще пираты тусуются, вон они. Давай, погнали. Опыт надо набивать. Еще 25 тысяч куда девать надо, да? Так, ну давайте тогда на вновь захваченных территориях что-нибудь мутить пока. Хотя тут особо-то ничего не помутишь, да? А во, пожалуйста, можно. Здесь как? Здесь ничего не поставить пока. Вот здесь можно тоже бахнуть. Что-нибудь полезное. Новник работает. Так, 10 тысяч. Давай тогда в политику. Вложимся еще. Что у нас там, кстати? 32, 4, 2. Нормально. Персонажи мои. Так, у меня тут последний неженатый остался, да? Я имею в виду из императорской семьи. А нет, все женатые. 20 лет, так ладно. Хотя я же хотел не сильно там семью расширять, по одному, да. Вот эту вот мадам то можно будет подженить. Давай в Афины сгоняешь, давай ты тоже куда-нибудь сгоняешь, Боспорская, например. Главное, не откинься там. Так, здесь женатый один, замужем одна мадам есть. Здесь есть, во. А он 15 лет ему только. Здесь уже семья разрослась, дальше некуда. Ну здесь тоже, наверное, пока сойдет. Хотя, давай вот этому женим все-таки. Так, ладно, с этим все понятно теперь. Где-то у меня тут легион тусовался. Я, а во. А я тут военные постройки не ставил, да? Уходи домой. И давай, наверное, потихонечку набираться. Так, сколько я там таких-то взять могу? 8 отрядов, и у меня 4 уже гуляет во всю. И здесь то же самое. 3. 4. А, все, значит, там 5. Похоже, где-то гуляет. Конница вот эта, но она мне что-то не особо зашла. Это кто такие, кстати? А, кельтские войны, я думаю, может, берсерки какие. Остальные пока тут без этого самого. Тяжелую пехоту, кстати, можно взять, да? Я бы вигилов на самом деле взял. Вигилы вроде бы дешевле. Не сказал бы, что они сильно тяжелой пехоте уступают. Ладно, пока перебьюсь. Население-то не густо, похоже. Так. И чё я подумал еще? В принципе, у нас почти везде все отстроено. Ну, пока что по технологиям. Можно, в принципе, бахнуть им немножко поменьше налога. Не так уж сильно мало будет. Вот так вот. И чтобы у нас благосостояние народа немножко выросло. Глядишь, и рост побольше пойдет. Сейчас у нас там что по росту? Ну-ка. Если обратно вернуть. Даже здесь посмотрим тупо. Так, вот тут роста как бы нет вообще, да? А если я вот так сделаю? Будет какой-нибудь прирост, нет? Нет, здесь, похоже, все уже выросло, дальше некуда. Надо где-то постройки расширять.
Ну, до этого не скоро. Ну, все равно пока там другие, пускай провинции тоже подрастают. Порядка-то немерено. Можно, конечно, наоборот бахнуть. 42 тысячи тогда доходу будет. Ну, в принципе, пока так пойдет. Так, что у нас там, кстати, на востоке? У нас же там война где-то с кем-то была вроде. А, ну здесь у нас уже союзники. Разобрались. Чуть-чуть осталось, да, Аксуму. Здесь, смотрю, Бактрия тусуется. Все вроде как замечательно. Погнали по прокачкам. Сдадим ход и будем потихоньку, помаленьку готовиться к войне с Британией. Так, а босс... Да, дальше погнали. Император тут еще до восстановления, как до Китая, пешком. Тоже давай тебе босс дадим. Сам император, что ему подогнать? Ночную атаку ему надо подогнать. Так, все пока. Кстати, наверное, императора-то можно уже в сторону туда Галлии тащить. Нахрен я его сюда вернул. Вон в ту сторону отправляйся. Здесь я, наверное, пару легионов оставлю. Остальные все туда пойдут. Чтобы, ну, тут поселение и ценов забрать. Быльку. Так, раз, два. Тоже давай на ускоренном. Три. Все туда. Там разберемся. Раз, два, три. Так, остается у меня вот. Легион получается. Правда, побитый весь, покоцанный, да? Что, и все, что ли? Остальных я всех... А, вон еще у меня легион остался. Так, этот легион, который у меня там остался, где он? А, вон он. Он может, в принципе, сюда ударить, да? Тогда ты где-то там, мое покоцанное чудовище, вот оно. Значит, идешь пока что сюда. Разведка. Топает вместе с тобой. Поглядывает, что там происходит. Так, ну а ты, если что, ударишь на флев. А по биваку мы уже ударим именно отсюда. И два легиона туда пойдут. Плюс у меня еще тут флот здоровенный. Серьезный стоит, да? Каледонцы, кстати, у меня тут на фланге лазят. Надо про них не забыть. Так, всех качали вроде. План спланировали. В Африке пока стоим, балдеем. Еще надо про Сиракузы не забывать. Что у них там, как дела? Набираются, стоят. У них сейчас войска на моих территориях ползают. Что пока я их не трогаю. Там дальше посмотрим. Поехали вперед. Так, македоняне, вы куда? Опять обиделись на меня, похоже. Сейчас они, в принципе, могут обидеться, потому что мы уже там начинаем культурную войну, грубо говоря. Из-за этого у нас отношения могут начать ухудшаться и с Македонией, и там, с Афинами, и со всеми остальными, что есть у них. Афины, видимо, ползут в Британию усиленно. Да, вон еще один стек идет. Ой, Афины, говорю, Сиракуза, точнее. Так, каледонцы передумали. С флангом его свалили. Молодцы. Так, союз распался. Что там, кто с кем распался? Четвертый легион, смерть. Ну, в принципе, ты и командуй. Степная рода и цены вообще нормально. Триумф. Еще кто распался? Больше никто не распался. Так, знаменитого барда притащили. Разбойники. Владцы. Дочка выросла. Естественная смерть. Агент выздоровел. Так, еще плюс 38 тысяч. Новая задача. 20 провинциями задача получить этот контроль. Триумф. Сейчас, короче, бабки будут сыпаться, как не знаю что, да? Так, поехали, значит, обратно. Вот, стоишь, стой. Тут у меня наем всего есть, да? Чего хочу. В принципе, всего.
Вот здесь бы восстановление, конечно, где-нибудь надо быть. Но население-то у нас тут пока не густо. Так, вигилов ставим. Пищу ставим. Эту хрень ставим тоже. Так, ты у меня куда там идешь? А, ты вот сюда идешь. Или не ты сюда идешь? Так, 1-2. 1-2, подожди. Нет, ты давай туда, в ту сторону иди. И цены нарушения границ, да хрен на них. На их границы. Так, а здесь у меня коней, кстати, не хватает. А нормальных наемных нету, да? Жалко. Пошли дальше. Так, здесь чего не хватает? Тоже коней нормальных нету. Гальская легкая. Ну, я все-таки знать где-нибудь там понаберу, если найду. Так, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. А ты куда у меня идешь? А, да, 4. Император же еще туда же придется. Все, погнали в ту сторону. Там у меня еще легион сюда придется, но пускай ползет. Так, по наему. Где там у меня бойцы стоят? Вот они. Так, этих набрали, этих набрали. Тяжелая пехота. На два отряда хватит? Хватит. А наемная кавалерия, конь, что-нибудь есть? Ну, тоже так себе. Тут, похоже, населения уже совсем нету. Надо валить дальше в Лаций сюда. Так, 40 с лишним тысяч. Тысяча вроде бы растет. Хотя это не точно. Так, улучшаем поселение. Здесь у нас как дела? Все еще отстраивается. Надо тогда деньги поэкономить, наверное, пока. Пока вот эти вот у меня все поселения отстраиваются. Пока тут все подготовится. Так, а, не, вот оно. Но здесь тоже все строится еще пока. Так, 28 тысяч. Погнали в семью. Так, вы там не сильно обиделись-то, не? При... О, Корнелий. Ну, иди сходи в Афины. Чтобы не это, не бузил сильно. Так, давай. Свадьбу тебе. Так, кому я там еще хотел свадьбу-то замутить? Нет, не тебе. Тебе, что ли? А, у тебя влияния мало. Или тебе? Хрен его знает. Кому-то хотел, вот кому не помню. Ну, давай я тебя тоже куда-нибудь зашлю. Восполское царство. Ну и этих давайте тоже. Раз уж такая пьянка пошла, пускай тоже куда-нибудь сгоняют. Сейчас поэкономлю я, блин, бабки. Так, в Пергам сходи. 12 тысяч осталось, ладно, плюс 4 дохода сойдет потом. Если что, вернем этот, как его, налог. Что-то тут роста совсем ни хрена нету, наоборот, минус идет, да? Так, крайне редко населенность. Как их туда привлечь, интересно? Тут у нас что-то население падает, а здесь... Или потому что из-за зимы, может, все падает, и хрен, ну-ка. А здесь у меня что? Да, на херня. А, ну здесь плебеи у меня в этот, в набор идут, понятно. А здесь? Здесь плебеи растут. Патриции растут. Перегрины в минус, пролетарии в минус. Ладно, тоже сойдет. Непонятно, что там... В Галлии у меня так печально все с населением. Может, из-за... А, вот здесь тоже нормально, кстати. Патриции растут. Плебеи, правда, что-то в минус пошли немножко. Так, флот. Ты у меня, кстати, где там? Вот он. Давай. Пиратов на дно. Что, всего одни были, что ли? Что-то деньги за них не дают в последнее время. Стой, восстанавливайся пока.
Так, ну и пока вроде как все. Что-то у меня в Африке еще. Давайте пробежимся, посмотрим. Все строится здесь. Здесь что-нибудь бахнуть можно. Полезное прям. Прям что бы такого полезного-то бахнуть. Так, что даешь? Защита, вся фигня. Элита. Прирост элиты. И плюс от торговли, от всей фигни, да, доходы. Давай. Кстати, а где у меня тут? Вот он. Торговый, да? У меня здесь Марса стоит. Давайте тоже, наверное, Посейдона перестроим. Будем от торговли побольше доходов получать. Так, ну и все пока вроде как. Никто там у меня нигде не качнулся между делом. Я даже флот ничего не получил. Тут у меня, кстати, как дела? Стоим пока, балдеем, да? Хотя, наверное, вот этих наемников пораспускаю. Есть ли у нас тут что интересное? Наемные критские лучники. Здравствуйте. Дайте одного. Это кто такие? Наемные гоплиты Фессалии. Гоплиты-ветераны. Застрельщица Горга. Это спартанские у нас, да, юниты. Испанские наемники. Откуда тут взялись? Хрен его знает. Что они тут забыли в Яропитне? Ладно, поехали вперед. Сейчас там еще лучников все на это настреляем. Еще пехоту какую-нибудь распустим. Так, и цены вон. Смотрю, видать, что-то набирается. Видимо, что-то он подозревает. Так, и македоняне куда несутся, я понять не могу. Или у них там восстание скоро? Так, степная рода что-то там мутит. Так, ну и... Так, повышение ранга ветеран. Это хорошо. Так, вернулся с прожжения знаменитого ученого. Предал нас. Щедрую дань принес. Еще раз щедрую дань принес. Это нехорошо, конечно. Исследование завершено. Разбойники, Панония. Вот твою же дивизию. Лузитания. Разбойники что-то разбушевались. Надо, наверное, везде вигилов повышать. Все растут. Задание опять успешно выполнено. Военная цель отменена. Новая задача. Выполнить условия победы. А что нам, кстати, там надо-то? Что-то я уж подзабыл. Так, Британию надо взять. И Сицилию еще взять. Да? Кораблей 54. Надо еще 4 корабля нанять. А где у меня там флот, кстати? Вот он. Давай вот этих бомжей наберем. До полного флота. Так, по изучению опять же. Погнали дальше. А, давай. Изучим. Так, теперь дальше. По движению наших войск. Кстати, о птичках. Сиракузы. Македонцы, как у вас там? Тоже с каледонцами воюете, да? Сиракузы. Давай пока военный. Оборонительный 870. But money Блин, is needed. С тобой же воевать I потом придется. Я тебе говорю, военный давай. Я тебе даже не 870, а 5700 дам. Нет, да хрена тебе будет. А, ну здесь же, блин, я вручную-то набрать не могу. Давай. Пока держим. Так, македоняне. У нас там с вами что? Athena give you wisdom, so that you may speak well and persuade me of your cause. Можно. Be welcome. Можно. Вернем военку с Македонией. Сойдет. Так, секунду.
Извиняюсь, ребят, немножко отвлекли меня тут телефонным звонком. Продолжаем, значит, нашу движуху. Так, значит, с сиракузянами я военку заключил, с македонянами я военку заключил. Со степной рудой, кстати, можно что-нибудь? А, не, нельзя. Они не очень нас любят. Прям вот совсем. Бактрия, кстати, что там, как дела? Хорошо к нам относится, да? А с ними можно кое-что замутить? Создать военный Да ладно. Все так просто и легко, да? Ну-ка, давайте со всеми зелеными попробуем что-нибудь замутить, интересно. А хотя у меня со всеми зелеными, да, наверное, уже все замучено. Все, что можно. Не, ну вот все. С этими можно. Греческими фракциями замутить что-нибудь. Ну давай, ладно, уговорил. Сколько ты там можешь дать? Давай 1600. Really? А, подожди. Вот так. Сойдет. Да, с остальными греческими можно, мы уже все замутили, да? Так, ладненько. Значит, тылы мы себе, в принципе, обезопасили. Здесь везде одни союзники, грубо говоря. А, селевкиды, кстати, а что с ними не так? Что они с нами дружить не хотят? Хотя они нейтральные. Военный хочешь? Не хочет, да? Оборонительный. Ну и хрен на тебя пока. Сиди там, балди, в принципе. Если они мне войну объявят, тут столько, такой будет раскол здорово в греческом мире. Просто жесть. Так, ладно, с этим, значит, разобрались. По войскам, где вы там у меня? Так, первый, давай сюда ломись. Мне бы сюда, кстати, кавалерии поболее где-нибудь. Элитной наемной нету? Нету. Шиш тебе, говорит, а не элитная наемная кавалерия. Так, здесь то же самое, да? А где она у меня есть вообще? Наемная элитная. Во! Знать тверов есть. Отрядик только жалко, да? Лучники, кстати, еще есть. Пищу пахнем. Так, двое. Так, а здесь что у меня? Ну, посмотрим. Что у нас в наеме здесь есть? Заодно вот этого чувака качнем. Давай. Так, а по наему что есть? Суперлегионов никаких нету? Нет, нету. А, ну у меня тут чисто вспомогательная стоит. Поэтому, наверное, и нету. Так, ломись. Вот сюда, вот сюда. И ты даже. Отправляйся. Нарушение границы ценами очередное. Так, пополнение что-то у меня там нет. Вот это хреновенько. Так, ну ничего тут особенного мне не надо. Вроде бы. Так, теперь здесь. Что мне там? Нанялись они, нет? Нанялись. Конница есть хорошая здесь у нас? А, ну здесь у меня... Народу нету. Слово совсем, да? Так, давай тогда ломись в этот самый в сторону Рима. Здесь у меня есть конь хорошая. Наемная италийская конница. В принципе, неплохая. Но я знаю, где еще круче войска. Еще круче конница есть. Вот тут где-нибудь. Давай, поехали пока в ту сторону. Так, что у меня там на северах? Пацаны-то восстанавливаются, нет вообще? Да, пацаны, можно сказать, в ремонте. Стой пока в поселении, балдей. Так, ты смотришь, наблюдаешь за ними, да? Так, романизация там у нас как, идет, нет? Да, идет. Потихоньку, помаленьку. Давай тогда все-таки еще один бахнем. Жратву бахнем. Чтобы у них все тут замечательно было. Так, здесь, значит, на романизацию. Давай вот такую штуку бахнем. А не, нифига. Такую штуку мы бахать, наверное, не будем. Эту бахнем. Главное, ну хотя по пище просесть вроде бы не должен. 15 тысяч бабла еще. Куда же их запихнуть-то? Пробежимся, сейчас посмотрим. Так, в Испании что-нибудь есть там? Вот, о, вот. То я не хочу, да? Давайте, наверное, порты начнем все понемножку улучшать. И поселение тоже
можно, по идее. Ну и там дальше посмотрим уже, как оно пойдет. Так, всех вкачал, кто у меня там есть. Вроде всех. Так, в политике как там дела? 3, 5, 1. Ой, 5, 13 и 1. Клавдия еще бузят. Малеха. Ну-ка, мне не хватит его отправить куда, не? Где он там у меня? Не, не хватит. Ну и ладно, бог с ним. Еще ходик сдаем. Войну нам вроде пока никто не объявляет. Вроде бы пока все спокойно. Императорский легион бы еще отремонтировать, и было бы вообще ништяк. Так, македонцев куда несет? А, ну они к каледонцам, наверное, прутся. А каледонцы и цены что-то там... Все на остров к себе отступают. Говорит, будем оборону дома держать, ну, в баню. И Сиракузы туда же тащатся. О, поехал на север. Нормально живет. Договорное нападение Сарда предлагает за сотку. Да на, жалко же. Че это они на меня обидели друг? Вроде нормально же все. Нормально же общались. Доблестная смерть. Кто откинулся опять? Второй легион. Второй легион, второй легион. Давай тебе, ладно. Так, новое задание. Изучить технологию категории осада. Ребенок умер. Естественная смерть. Что там ему изучить? Категория осада. Тоже, кстати, не помешало бы, да? Да хотя хрен на него, на это задание. Вы мне уже по барабану. И заключен союз. Понятно. Строительство, понятно. Пища растет, уже замечательно. Так, что у нас тут есть-то? Кавалерия пик. Меня интересует наемная больше, не. Все не то, ребята, да? Продолжай сюда движуху. Здесь что есть? О, первый германский легион. Блин, а как я так провтыкал? А как я так провтыкал? Ну, елки-гулки. Так. Давай вот сюда пока. Все, стой там, балдей. Ты сюда уходи. Так, а в первый легион, германский легион у меня, наверное, в императорский отряд пойдет, не? Или отдельный собрать для него. Еще бы вот эту конницу у императора заменить. Тоже было бы ништяк. Так, ну, наемной знати нету. Так, ладно. Ты там добежишь у меня до пункта назначения? Да, добежит. Где там имба конница? Давай, бери. Наемная пульская тоже надо взять, посмотреть, кто такие. Так, продвинулись потихоньку, помаленьку. Здесь мы тоже подходим. 16 отрядов. Конницы у меня здесь мало. Вот от слова совсем. Или набрать все-таки вот этих пацанов. 37. Ну, они как штандарты Цезаря почти, да? Даже круче немножко. Их, елки-иголки. Прям аж не знаю, что и делать. А, давайте, ладно. Я. Еще легион соберем. 12-й германский. Сколько их там нанять-то могу? 8. Ну вот и пускай они там все в куче будут. 8 штук берем.
Там дальше посмотрим, что взять. Если что, там лучников он наемных можно взять. Да, моих-то нету. Не, у меня нету лучников, нету. Вспомогательных казарм не стоит. Вспомогательные казармы где стоят? Поблизости. Вот здесь только. И то я что-то не уверен, что там лучники есть. Ну-ка. Легкое усилие. Короче, ладно, там потом посмотрим. Так, ладно, наем еще одного легиона начали. Точнее, двух. Деньги у нас пока есть, стройка идет, вроде бы все замечательно. Союзов нас заключали целую гору. Что нам там получается остается до победы? Британия. Провинция Британия, и мы, в принципе, компанию пройдем. Так, ну, значит, такое предложение поступает, друзья мои. Значит, пока я тут ни с кем не воюю, просто отстраиваюсь, готовлюсь, собираю войска в кучку, я, наверное, все это дело снимать не буду. Просто тупо тут набор этого самого войска и строительства, если там... Ну, если это самое, не появится тут какой-нибудь новый враг, и не будет серьезная битва. В общем, до вторжения в Британию я тогда пока сам поиграю. И на этом мы сегодня нашу серию закончим. В общем, спасибо, ребятки, кто пришел, посмотрел. Не забывайте комментировать, ставить свои царские лайки. Также, если кому интересен канал, то подписывайтесь. Буду вам очень признателен. Ну, а с вами был Консул. Всем вам спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока-пока.